Итак, всем привет, сегодня другая часть просмотра модов. Так, что дальше? Мы закончили на покосе сена. Интересно, куда нас занесло? Ну ладно. Ну, короче, мы вроде бы ту сторону прокосили. Я не знаю, что так быстро трава дросла, но все равно. Ну и в том разу косили. Вы бачили, она косила. О, ну. Да. Трава дуже быстро заросла. Ну, как вы бачите, вона косилася. Так, сенокосилка, дуже полезная вещь. Мені нравится. Так, плуги. Ну, плуг ми бачили 7 на 7. Комбайна бачили. Трактора. КамАЗ бачили. Планета Іш. Есть, не вроде? Нет. Він нормально работает. Чим цей прикольный мод? Во-первых, сам мотоцикл. Реально прикольно. О-о-о! Занесло. Не, не знаю, как бы... А так прикольно будет. Так, например, поехал подивиться за... Сильно слово мотика, и поехал подивиться, например, як твій роботник, например, попасив, либо по здраву грою. Їде він дуже близько. Видно, що за перший раз це вже мені сиділо. Чуєте звук? Отут звук. О! Я на ньому сальтюхи, короче, буду делать. Ні, прикольно. Ні, яка ферма без мотоцикла? Он 60. 5, 8. Короче, розженеться він вас до якоїсь скорості. Поганять по горам. Класно. Ой-ой-ой. Я упав. Окей, пора заряд. О-о-о. Мужик, может, ты мне поможешь? Мудло. Тебе нема такого байка. Ты мудло. Так, ребят, и у нас есть коляска. Коляски мы на привозе пшеницу. И так вас меньше будет. Меньше будет. Да. Жалко мотоцикл. До коляски можно причепить вот такого прицепа. Ну, короче, если вы идете на ферму пахать, то мотоцикл по-любому надо. И цей Іж как раз вообще четкий. Так. МАЗ. Ну, я думаю, вам не надо показать, який МАЗ. А, цього тракторця вам ще не показував. Так, машина вилітає. Рецеп нет, машина да. Тюковка. Да. Сінокоси, луги, бордові машини. Трактори. Так, що у нас ще є? По марки. Клас. Ну, чтобы закончить серию модов, треба показать. Да, МАЗ тоже вылетает. Офигеть. О боже. Я никогда не подумал, что МАЗ тоже вылетает. Окей. Значит,
в моей сборке модов будет минус МАЗ и минус ВАЗ. ВАЗик и МАЗик. Я закачував, ще хотів показати вам Т-150 і К. Да, просто Т-150 і ще взагалі К. Я не знаю, чому особливість цього трактора, но Т-150К мені просто удивив названня, що там ззаді К. Може якийсь він особливий, може він тут швидко літав, може він як внедорожник, блін. Не знаю, може плавати міг, літати міг. Не знаю, Т-150К, короче. Но ферма теж вилітає. Ну і... Значить, ми удаляємо що? Вазіка і мазіка. Так. Клавиш. Мазик не работает. Так. А цей трактор мы хотим еще проверить. И... Да, я вижу. Ну, предпоследку на... Подивимось на цей наш авторез новый. На ИЖ мне нравится все. Офигенно. Короче, обычный трактор. Внутри, конечно, красиво, мало слышит, но звуки, его физика, тоже хорошо тянет. У него тяга хорошая, что она такой величезный прицеп потянуть, то не тянет. Ой. И как на дорожник уже работает. Ей хорошо не работает. Очень хорошо едет в гору. Ну, я как бачу, блин, хорошо, как горный козел забрался в гору. Ну, и также в гору забрался. Напоследок мы... А? Дырочки. Погоняем по ферме. Да. Да. О! Давайте съедем на ферму. Ой-ой-ой! Тыщ, доп, тыщ. Накрыло. Не, понимаю, что ИС круто, но... Как бы сказать. О! Я же не уже 8 раз сдох. Ладно, закрыли. Что на ферму не знаю. Так, скорость она работает у меня передача. О, чувак ставлен ногу, смотри. Ты чё тут, Витя? Разгончик? Забрай ногу.
торможу, встали и типа отходим назад, чтобы назад был. И поставил. Видишь, я такую руку крутил, др-др-др. Все, хвостики типа, проработал, что у него вены повылазили. Вытянулись. Даже пахал, блядь. Не, ну звук вообще классный. А ты ему... Ты мудло! У меня есть такие байки, ты нема, ты мудло! Хватит с твоей машины, нема, ты да, он действительно дыр. Ты тоже мудло, ты понял? На! Это так по-сельскому наказал. Есть одна проблема, я сюда выйду, а ты нет. А ты таки будешь стоять, а что ты не можешь приехать? Да яичнику будет ждать. Ну, давай, давай, уже проверь, давай, давай. Ну, моя гитара. Опа, ну. Ага, все, зеркала мы включили. Окей, давайте купим еще одно ежа. Попробуем надеть на него все прибамбасы. И тут, я думаю, на чем моды мы закончим. Все, зеркало. Все видно. Класс. Ну, короче, получается, что типа такого. У нас коляска, ежик и два прицепа. Так что надо привезти один тюк и трохи пшениці. Не, ну управлять він класно, ну чек, чек. Кто хочет попробовать, покататься на такой машине. Моды будут, как всегда, в описании, а другая часть. О! Это видно прицеп от команды. Сейчас мы сделаем колы и я думаю, мне на всем будем заплачивать. Мне этих модов понравилось. Да. И все, машина и косилка. Косилка, да, ну классно будет. Если ты захочешь там корову косить. Пюхачка тоже удобно. Цена была себе купить косилку, да, трактор, ну что тебе. Машина такая разгоняется, и видишь, как просто так. Ну что? Там что-то... Ага! Поняли? Это крутые ир. Мне кажется, тут все лежал очень комнат. Так. Старпёр, такой дрань катается. Эй, как он разгоняет, а? Не умеет уходить по ворот, я же не вижу. А не трасс. Нет, и фигня такая. Кто бы сюда езжал, мать, там продавец, ну и лучше. Окуплялся, такой дрань. В следующий раз я поставлю моды там на машины. Прикольно?
два, я может самолетика буду, может ракушка. Ну я хочу самолет, потому что на самолете тоже такое, так, отключим все. Обохрабрил. Кто знает, что-то выменит такой. Так. А, все. Я как понял, я хочу наполнить. Жаль, не высыпается, но... Короче, так можно ложить. Знаешь, тут мало воды. Так, собирайте, мне там осталось. Так, у нас был мод на горного трактора, вилка, иж, шея трактора похожа на один, какой-то маленький, типачка, комбайн, который хорошо подходит для силоса и дуже красивый комбайн. Ну и самое главное у нас иж. Не так мы на просторы фермера скинули. Хоть если здесь фермер, и вот чешет, да вот ты не добивай. Так, ну, мне кажется, на этом серии можно заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.